вновь вас приветствую. Канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян, канал «Диалоги о рыбалке». Коротко о погоде. Минус 23 градуса. Давление 750 миллиметров. Влажность 72%. Долгота дня 5 часов 52 минуты. Поднавалило нам снега опять. Виктор придет, со школы уберется. Едем, едем на рыбалку. Что-то я маленько припозднился, уже солнце село. Не думал, что так опять промерзло. Те лунки вроде две закапывал, но один хрен. А это не была закопанная большая. Проморозила ее нормально. Ну ладно. 41-я серия, друзья, нашего сериала «Черная дыра». Сейчас подъезжал к Ивану. Мелочь, говорит, напопадала. Крупный налим где-то пока отлеживается. Ладно, начнем проверку. Еще одну лунку потом продолбить. И нормально. Посмотрим, что у нас, сколько дней-то не был. Пока с этой спиной начал тыкать уколы. Что, может, скоро пройдет. Сегодня проверим и, скорее всего, сюда приедем не раньше понедельника. О, обгрызли ёршика. Ершей у меня там, по-моему, 14 или 15 штук осталось. Остальное будем наживлять нарезкой сега некрупного. Укладывайтесь поудобней. Заказ сегодня есть, но небольшой. И только на крупного налима. Еще домашний заказ на жареху. На жареху уже есть. Света сегодня на ужин приедет. О, икра лезет с налима. Еще не отметался. О, собачья радость. Это потяжки есть. О, даже ёрш живой есть. Кто-то тянет. Может, что-то и есть покрупнее у нас. А может, коллективно оттягивают. Ёрш как-то умудрился, один выжил. Все стандартный налим, чуть за кило, к полтора. О, идет покрупнее. Вот этот, и видать, и дергает. Есть бонус. Ох, блин, какой, с какой-то акулей мордой. Килограмм 6, наверное, есть. Пустой крючок. Да начали воровать ершей. О, там еще ерш сорта торчит. Оп. Налим есть. А стандарт, сами видите, какой. Где налима нет, там и ерша тоже нет на крючке. Так. Берем количеством.
Опа. О, еще маленько чуть подлинней попал. Давай еще одного бонуса. У меня два заказа на крупного налима. На двух крупных. О, все. О. Так. Блин, фиг его знает, сколько тут поштучно. Так. А, хороший. Налимяка. Даже не 6, чуть за 6. Побольше, наверное, 7 кг. За ветер маленько, чтоб не застывали сильно быстро. Ветер тянет по Енисею неплохо. Ё-моё, ну, а чё, схватиться-то надо, всё, шкаф оттаивать, закинуть. Цеплялась дофига. Что-то даже не посчитал, сколько уже отцепил-то. 6 штук отцепил. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И один собачья радость. Да, завтра точно не поедем на проверку. Пускай вот так по 3 дня стоит и ловит. Потихоньку кучка набралась неплохая. Блин. Фух. Давай еще чуть-чуть. С этой спиной, блин, ни туда и ни сюда. Сетки налимчиков насыпать. Ходит, мне укол ставит. Ну, полдела почти сделано. Наживиться, затянуться. Откопаться и провериться еще. В следующий раз посмотрим. Сейчас посмотрим, как клюнет. В следующий раз, может, даже и сниму этот продольник к чертям собачьим. Ну что, друзья, пока добрался, у нас уже темнеет. Пока добрался до этой лунки. Ну да ладно. Как раз время для нарезки. Время подхода налима. Ё-моё. Тот перемет наживился нормально. Всего на 2 крючка пошла нарезка.
считай, практически хватило почти. Тут сегодня натяг есть, друзья. Значит, что-то попало. Хотелось бы еще коротко обратиться к подписчикам, которые комментируют. Сегодня, вчера писали, где, типа, это свежее обещанное видео. Можно начать с того, что обещать я ничего не обещал. Видео выходят. Если не выходят, выходит архив на Дзене. Для новых подписчиков и тех, кто не смотрел эти видео на YouTube. Как бы так. Если нету свежих видео, и я не езжу на рыбалку, значит, на то есть причины. Если причин нет, я выезжаю. Если есть, то не выезжаю. Сейчас сразу уже скажу. Ага, ничего такой. Опа. Что выехаю я, скорее всего, не раньше понедельника теперь. И на то есть тоже свои причины. Оп. Здесь вон пару ёршиков живых осталось. Будут к нарезке приманивать. Еще кто-то там тыркает мелкий. Ой. О, еще есть что? А нет, бутылка. Бутылка торкает, дергает. Так. Ну, в принципе, для этого перемета неплохо. Четыре живых. Да ё, что-то соскакиваешь-то. И один с новой. Сейчас наживимся. Все основательно замотаю. Ой, фу, блин, замотаю. Сейчас замотаю, а потом закопаю. И вроде на завтра метель обещают. Но надо прикопать. Вдруг не закроет, как надо. Снег сегодня есть более-менее пухленький. Заказ по крупным налимам отработали. Нормально. Сегодня сильно не напрягаемся. С чувством, с толком, с расстановкой. Потихонечку, не торопясь. Все успели. Сижок отошел. Сейчас как раз к самому времени нарезка. Это продольник. Ладно бы на тот, если бы пошла еще. Больше надежды было бы. А на этот так себе, чтоб крючки не пустовали. Запах от свежемороженого сига пошел. Белые рыбешки вкусные. Может, налим сейчас сразу унюхает. Как раз пока туда-сюда, и уже все. Время мне укол ставить очередной. Задница уже побаливает.
отвлекает от спины. Ну вот и все. Почти все. Останется только закопать. Ну вот и все, друзья, сегодня отрыбачили, отработали улов просто замечательный. Всем не хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи, до встречи, друзья, у этих черных дыр, как обычно на Енисее.